ես մի բան գուզեի որպես past բարձրացնել, որ բոլորը նաև թող իմանան, որ Я бы хотел отметить одно обстоятельство, о котором все должны знать. Во время войны, особенно в последние недели, когда масштаб боевых действий резко вырос, а армянская сторона на тот момент еще не использовала весь имеющийся в ее распоряжении арсенал, был случай, когда российская сторона при помощи политического руководства запретила армянской армии применять все наши возможности под угрозой при остановке скудной поддержки, оказываемой на тот момент. Я хочу, чтобы данный факт был ясен всем. Не буду вдаваться в детали, но такова действительность. Это достоверные сведения или предположения? Это достоверные сведения. Подписывайтесь на канал всеармянского движения «Сосна ЦРР» в YouTube.